Хоккейная «Югра» встретилась с фанатами перед открытием нового сезона. На автограф-сессии болельщики могли купить билеты и абонементы на домашние матчи клуба, а также пообщаться со своими кумирами. Напомню, новый сезон высшей хоккейной лиги стартует 3 сентября. Первыми соперниками нашей команды станет новокузнецкий «Металлург», с которым «Мамонты» встретились в начале прошлого сезона. В грядущих матчах хоккейная «Югра» выступит в новом составе. Сыгранный костяк останется неизменным, но на лед в этом сезоне выйдут и молодые спортсмены. Они уже успели отличиться на прошедших сборах и двух предсезонных турнирах в Санкт-Петербурге и Альметьевске. В новом хоккейном сезоне болельщиков вновь пустят на трибуны. Однако из-за коронавируса заполняемость по-прежнему составит 50%. Сейчас надо подтвердить, что как бы мы прошли такой путь не зря, стали чемпионами. Команда нас будет настраиваться по-особому. Всегда, наверное, приятно выигрывать у чемпионов. Но ожидания сезона самые положительные. Мы прошли хорошую подготовку, заложили фундамент. У нас были тяжелые сборы. Сейчас вот уже готовимся к предстоящим домашним играм.